Четвертый большой турнир по мини-футболу среди вагоностроителей прошел 22 апреля на стадионе «Кировец» в Тихвине. Идея таких соревнований появилась у заводчан, которые неравнодушны к этому виду спорта. Первый турнир прошел в 2016 году и собрал 12 команд. Хотя, когда мы начинали, мы думали, что мы даже 8 команд не соберем. Собрали 12, отыграли, всем очень понравилось, и уже второй-третий турнир собирал по 16 команд. Открыли соревнования торжественным поднятием флага Российской Федерации. Среди 19 команд, которые вышли на футбольное поле, были не только команды завода. На приглашение принять участие в соревновании откликнулись сотрудники компаний IKEA Industry, Русал, МЧС, Сбербанк. Мы получили приглашение от вагоностроительного завода. Вот, и сразу же, даже не раздумывая, согласились поучаствовать. Впервые в соревнованиях приняла участие команда Тихвинской епархии. Атмосфера просто потрясающая. Город. Видно, что это целое событие. Молодежь, народ, ребята все в восторге. Поэтому, конечно, играть очень приятно. Все очень дружелюбные, замечательные, здорово. На поле проходило одновременно 4 игры. Даже ненастная погода не смогла испортить настроение футболистам. Очень интересно. Много команд. Весело, музыка. Несмотря на дух соперничества, участники отнеслись друг к другу с глубоким уважением. Соперники всегда все сильны. Нельзя полагаться на то, что кто-то слабый, кто-то нет. В игре все сильны. Все игры прошли в интересной и напряженной борьбе. В поединке за главный кубок соревнований Золотой лиги на поле сошли сильнейшие команды турнира – Жеребейка и Тихвинская епархия. Победитель определился по серии пенальти. Со счетом 3-1 победу одержала команда Тихвинской епархии. Турнир замечательный. Мы принимали участие в разных турнирах. Но здесь и накал страстей, борьба и организация на высшем уровне. Просто огромное спасибо всем. Это счастье участвовать в таких мероприятиях. Серебром награждена команда «Жеребейка», формовочный цех. Третье место у команды «Сбертим». Все награды Серебряной лиги достались вагоностроителям. Кроме этого, ребята были награждены в номинациях «Самая стильная команда», «Лучший игрок турнира», «Лучший пенальтист» и «Лучший вратарь». Очень важно, что спорт развивается на предприятиях нашего города.